Здоровки, амиго. Погнали посмотрим видос. Данное видео создано для того, чтобы тупо поржать и не пропагандировать ничего, кроме юмора и стёба. Автор ролика ничего не употребляет, у неё просто больная фантазия. Так что расслабьтесь и получайте удовольствие. А я вам на сегодня что-нибудь задавала? Все проверю. Задавали? Задавали. Так, задавали параграф 18 на странице 234. Параграф 19 на странице 234. Так, оценки за контроль. Вот везде в каждом классе такая есть. Вот всегда вот в каждом классе такая есть. Так, оценки за контрольную. Банатский. 3 с минусом. Ес, у меня тройка! Это меня что, отец сегодня дома пиздить не будет? Тройка, у меня тройка. Я что, Эйнштейн получается? Ма, тройбан! Вышутина. 5 с минусом. Почему так, нахуй? Чисто отличница. Бля, чисто я пришел на урок. Алексей Анатольевич, я, короче, заблудился там потом. Да. Бабушке помог на светофоре перейти. Так, Орехов, выйди и зайди как нормальный человек. Ладно, извините. Здравствуйте, Тамара Яковлевна, извините, пожалуйста, за опоздание. Ну вот, можешь же, когда хочешь. А зайди-ка как завуч. Алексей Анатольевич. Бля. Ну вот, можешь же, когда хочешь. Нормально. А зайди-ка нормально. Как завуч. Алексей Анатольевич, мне надо пару крепких мальчишек. Стулья в актовый зал унести. А теперь как алкоголик. Смотри, талант. Враги, Россия. Ах, мразь! Я не знаю! Нет, я не понял, на кого, бля! Я не понял, на кого это пародия, я не понял. А теперь как подкаблучник? Ребят, я, короче, наверное, на рыбалку не поеду. Просто жена говорит, надо до тещи съездить, да ребенок заболел. Давайте другой раз. А теперь давай, как будто ты умалишенный. Она мне изменила, а я ее простил. Ну-ка теперь давай что-нибудь из ТикТока. А зайди как хреновый трейлер фильма. Так я не понял. Ну зачем вы это сняли, а? А теперь зайди как балабол. Совпадение? Не думаю. Он же... Бля... Хорошо. Нет, хорошо. А теперь зайди как балабол. Совпадение? Не думаю. Хорошо, Россия. Хорошо. Очень хорошо. Ой, как хорошо. Какой же жирный, плотный троллинг на протяжении уже 2 минут. Единственная страна в мире, которая... Верю. Да. Засранец, но талантливый. Я вчера тебя видела с другой. Трофли, что ли? Это моя троюродная сестра. Я, между прочим, записал 4 альбома. Я загружу их на площадке, они стрельнут, и мы с моими братаками поедем в Москва-Сити. Будем стримить Казик и лутать фолловеров. Тебя я не позову. Я хочу с тобой. Мне Димас вообще не нужен. Тебе не нужен Димас? Мне нужен ты. Смотри, она его сейчас сожрет. Да, лол. Токсики, чисто токсики. Были такие. Сожрет. Я не знаю, почему меня с таких токсиков тянет угорать, прям, мне реально смешно. Они реально, сука, такие смешные. Да, лол. Типа лол. Пойдет. Классика. Ну меня, ей всегда такой и найдется. Просто меня спросите. Максон Юль, меня спросите. Нет. Да ты и так, сука, все знаешь. Я буду искать того, кто не знает нифига. Естественно. Я отвечу, можно получаю учета 8 часов. Можно я отвечу, мне пятерку надо. Пойдет. А, к доске пойдет Козлов. Козлов,
Ты мне больше не друг. Не, ну вы посмотрите на этого разгильдяя. Что ты себе позволяешь? Это что за поведение? А это что? Ты художник у нас, что ли? Этими руками пиздец. Какой-то хуёвый лес там. Хуёвый лес просто на доске. Ну что за поведение? А это что? Ты художник у нас, что ли? Этими руками писюны рисуешь, да? Этими руками писюны рисуешь? Алексей Анатольевич. Воспитание раньше. А почему у меня здесь три? Вы знаете, кто мой отец? Мама говорит, что я умный. А вы, может, предпочитаете меня тупым? Вы скажите, я тупой? Я точно, может, тупой? Ты чё? Ну, в принципе, да. Так оно сейчас есть. Я мямлюсь, я говорю, почему я тупой? Мне, да, даже, знаете, мне иногда даже жалко учителей, в какой-то степени немножко. В какой-то степени чуть-чуть их даже жаль уже. Может, тупой? Вот эти подростки, которые пытаются прям жестко прям умничать, прям жестко попуская учителей. Ну это, ну блин, ну зачем? Ты чё мямлишь? Я говорю, почему я тупой? Анатолич, ты посмотри, они все свидетели, мы сейчас с тобой пойдем к директору, и у меня здесь будет 5. Так, внимание, класс, значит, включаем свой... Чисто мой трудовик. ...ВМ, заходим в BIOS, вбиваем, значит, HTML, HTTP. Так, а дальше что тут? Блин, твою мать, я забыл. Вот Билл Гейтс, а? Напридумывал окон, попробуй застекли. Дмитрий Федорович, вам может помочь? Помоги, Сережа, видишь, зависло. Ты же у нас специалист, тебе же компьютер купили, когда ты еще не родился. Нет, вот здесь я не могу сказать жизу. У меня была учительница по информатике, и она капец как хорошо шарила в компьютере. Да, так что у вас тут? Так, ребята, у нас ЧП. Сейчас будем искать виновных. И будем наказывать по всей строгости. Салам алейкум, это я, мама Мухаммада. Кто украл попит моего сына? Я привозила попит. Приходим, уже его кто-то украл. Сегодня попит украли, а завтра что? Колготки из шкафчика барабаровать, что? Я не знаю, уже Все слышали, да? Еще раз вы у ребенка заберете попить, я вам, блин, устрою. Вы что, хотите международный скандал? Или чтобы вас камнями закидали? Вот сегодня будем все скидываться и купим ему попить. Это знаете, это очень тонкий юмор. Это очень тонкий юмор. Я просто не хочу не все. Я понимаю этот юмор, я не хочу некоторые вещи комментировать. Они как бы это самое. Те, кто знает, тот знает. Так, девочки, мальчики, сегодня я вас пораньше отпускаю, до конца урока 30 минут, но вы тихонечко, как мышечки, на цыпочках, чтобы вас никто не видел и не слышал. Это лучшая учительница, которая отпускает тебя пораньше, просто вот. Бегом. Как накидывай ему? Да нечем тебе больше крыть-то, вот на тебя на погоды. Камчатка, самая задняя... Неправда! Пиздёж! У нас за задней парты такого не было. Я кстати, от лица обращаюсь. Я это самое, сидел всегда за последней партой. Просто я с детства очень высокий, так сказать, и парты были, последние парты всегда были очень высокие, как бы большие, чтобы не приходилось горбиться за партой. Не было такого у нас. Погоды! Ну, кстати, за последние парты вообще кайф сидеть. Ну что ж, урок окончен, все свободны. Наконец, yes! Играем. Подождите! Заткнись! Не смей! Не смей! Заткни! Молчи! Я знаю, что ты скажешь! Не смей, блядь! Не смей! Сука! Это вот это пиздец как жиза! Не смей! А домашнее задание? Да иди ты нахер! Не надо мне домашнее задание! Сука, я так и знал! Вот, блядь! Пишите в комментариях, кого еще можно встретить среди школьников, да и вообще в школе. И мы обязательно еще что-нибудь снимем на эту тему.
В школе можно кого хочешь встретить. Я сейчас еще в конце ролика еще добавлю от себя историю. Жмите лайк, подписывайтесь на канал и дай вам Бог здоровья. А, и на Бусти тоже подпишитесь, там полно эксклюзивного контента, бэкстейджи, спойлеров. И Орешек Йос там тоже есть, что немаловажно. А я не понял, почему у меня здесь три? Не подскажете? Удовлетворительно. Удовлетворительно? Может, я вас здесь удовлетворяю? Не подскажете? Отца, может, вы моего удовлетворяете? Да, блядь! Я устал, я ухожу. А зайди-ка, как я захожу. Здравствуйте. А я не был. Когда учитель заходит, вставать уже не надо, да? Похоже? Нет, это не я, не похоже, не верю. Младший брат на ваш предмет нассал. Муж. Ну ладно, я-то на него срал. Ой, кстати, надо убрать это, а то сейчас переключится куда-нибудь. Все эти деньги, которые на эту школу потратил, тоже удовлетворяют, да? С директором они вместе в бане друг друга удовлетворяли, да? Куда по жестяку разогнался. Блин, у нас была, помню, такая ситуация в классе. Жесть, я вот что вспомнил. Была очень жара, было уже, по-моему, ближе к лету уже как раз-таки, что там август или май, наверное, уже было так очень достаточно тепло, и было так ужасно душно в классе, я помню, все уже просто уже дышать не могли еще, знаете, всем жарко просто, и попросили учителя, можно открыть, как бы, окно открыть, просто, ну, дышать нечем в классе, руки потеют, весь в поту, жарища, духота, блин. Учитель дал добро, мы открыли окошко, все выдохнули, так хорошо, так прекрасно. И что вы, сука, думаете? Вот всем хорошо, всем прекрасно, и одна единственная во всем классе сидит такая, вот так вот. Мне холодно, можно закрыть окно? Я даже не знаю, как это комментировать. Что вы думаете? Закрыли, сука, окно? Потому что кому-то, блядь, холодно. Это, знаете, я думал, что в таких ситуациях, такие ситуации я еще раз попадал, но только уже с бабушками в маршрутках такие ситуации попадал. Но чтобы в школе, в классе в такую ситуацию попасть, кому расскажешь, реально вот не поверишь. Серьезно. И это для меня на всю жизнь отпечаталось. Я навсегда тебя запомнил. Та, которая мерзнет, одноклассница. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Пишите ваши случаи в классе, типичного класса, так, и так далее. Всем до скорой встречи, всем пока-пока.